Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. У россиян, перенесших коронавирус в средней или тяжелой форме, могут возникнуть проблемы с получением водительской медицинской справки. Как сообщает газета «Ру» со ссылкой на врачей, подозрения медиков могут вызвать такие постковидные симптомы, как потливость, заторможенность, тремор, то есть нюансы, которые нередко характерны для употребляющих запрещенные вещества. В таком случае человека будут обследовать дополнительно. Сложности может добавить прием противовирусных препаратов, которые оставляют в организме подозрительные следы. Трасса 101. Вслед за депутатами Госдумы члены Совета Федерации высказали свое мнение по поводу ужесточения наказания для водителей и лихачей. Увеличение штрафов, по мнению одного из сенаторов, не поможет. Речь должна идти о лишении свободы сроком до 5 лет. Такая участь будет грозить тем, кто откровенно плюет на других участников дорожного движения, подвергая их жизни реальной опасности. Трасса 101. СМИ предупреждают о новом виде развода на дорогах. Жертвами чаще всего становятся женщины-водители, как правило, в возрасте. Суть. Незнакомец замечает у них якобы серьезную неисправность – дым, течь масла и так далее – и предлагает свою помощь. В процессе осмотра подкапотного пространства злоумышленник может незаметно что-то нахимичить, например, плеснуть масло на выпускной коллектор. После благополучного устранения неполадки помощничек просит в качестве благодарности несколько тысяч рублей. А бывают и случаи, когда абсолютно исправная машина увозится на эвакуаторе в подставной сервис. Трасса 101. Россияне ценят в автомобилях в первую очередь надежность и безопасность. Этому вопросу было посвящено социологическое исследование, о результатах которого сообщает издание «За рулем». А наиболее надежными и безопасными наши соотечественники признали 3 марки – Toyota, Lexus и Mitsubishi. В конце списка, где нет ни одной нашей марки, оказались китайцы – Havail, Chang'an и Geely. К середнячкам респонденты причислили Mazda, Volvo, Kia, Hyundai и Infiniti. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.